При сыне она с трудом сдерживает слезы. Лариса постоянно массирует руки и ноги Ильи. Мышцы за 3 месяца атрофировались, ребенок обездвижен. Даже есть 14-летний Илья сам не может. В его желудок вставлена специальная трубка, которая по-научному называется гастростома. Через нее мама дает сыну 5 раз в день смесь. Кстати, стоит банка такого питания 800 рублей, а хватает ее лишь на сутки. Еще одна трубка у Ильи на шее. С помощью нее Лариса откачивает жидкость из трахеи. Но вот беда, в Вязниках постоянно отключают электричество, а без него спасательный аппарат не работает. Ну, то есть вот он может закашляться, он начинает хрипеть, ему обязательно нужно мокроту вынуть вот, ну, из трахеи. Вот если этот аппарат не будет работать, то я не знаю, он может просто задохнуться. А часто отключают электричество? Вы знаете, вот в воскресенье это было 4 раза. Ну, не на длительный срок, но тем не менее, когда отключают электричество, у меня замирает сердце. Я прямо не могу дышать сама. Все это последствия детской жестокости. 30 марта Илью зверски избили сверстники. Все случилось белым днем на глазах у большой толпы. С утра на Вязниковском стадионе мальчишки играли в футбол. В районе полудня туда пришли другие ребята, в том числе Илья. Тогда-то футболисты и решили выяснить с ним отношения. Драка началась вот здесь. Здесь было очень много детей, ну, как Илья говорил, что убило 5 человек. 3 он назвал, а 2 он не знал. За Илью никто не вступился и даже не позвали на помощь. А охранник, который в тот день дежурил на стадионе, уверяет, что драки вообще не было. Что вспоминать-то? Я ничего не видел. Ничего не было. Вот, говорю, вот приходили 2 гражданских и милиционеры. Вот к забору прошли они утром. И что-то искали. И ушли, только спросили. Я у них спросил, я что случилось? Они говорят, у вас в виде камеры есть? Я говорю, нету. Вот, и они ушли, и все. Избитый Илья с трудом дошел до ближайшего к стадиону дома и позвонил маме. Тогда он еще мог ходить и даже говорить. Он рассказал родителям, как все было. Но потом мальчику стало плохо. Врачи сначала даже не поняли, что происходит, а позже выяснилось, что в голове у Ильи была гигантская гематома. Но провести экстренную операцию в Вязниках было некому, а во Владимире все хирурги были заняты. Поэтому родители нашли нейрохирурга в Нижнем Новгороде и заплатили ему за то, чтобы он спас жизнь их сына. Что же касается подростков, которые были на стадионе, никто из них даже не пришел поговорить. Говорить с родителями мальчика. Не стали они общаться и с нами. Следком уже возбудил уголовное дело, и в конце месяца оно будет передано в суд. Правда, в материалах дела фигурирует один обвиняемый. По данным следствия, именно он нанес Илье эти судьбоносные удары. Сначала кулаками, а потом коленом в голову. Имя этого подростка называть нельзя. Ему едва исполнилось 15. Как он сам позднее объяснил следователям, с Ильи он таким образом хотел получить долг. Но у правоохранителей другая версия. Выясняя тщательно все обстоятельства, уверена абсолютно, что никакого денежного долга у мальчика не существует. В прошлом году у потерпевшего этот же парень отобрал мобильный телефон, и мальчик не стерпел. Он и его родители обратились в органы полиции. Следствие считает именно это истоком жестокости. Статья, по которой будут судить обвиняемого, предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Но родителям Ильи от этого не легче, ведь здоровье их сыну это не вернет. Маме помогают родственники, друзья и даже соседи. Они собирают деньги и ищут клиники, где ребенка могут реабилитировать. Во Владимире, по словам Ларисы, ей сказали, что таких центров нет. Они сами нашли выходы на Москву и один курс уже прошли. Мальчика хоть завтра готовы взять немецкая клиника, в которой, по словам Ларисы, знают, как ставить на ноги таких пациентов. Но на это тоже нужны деньги, которых у семьи нет. Если и вы хотите принять участие в судьбе мальчика, реквизиты счета мамы сейчас на экране. А после выхода репортажа будут и на нашем сайте 6tv.ru. Кстати, этим летом семья планировала поехать на море. И мама Ильи верит, что их мечта еще сбудется. Сынок, Илюшенька, у нас все будет хорошо. Я тебе обещаю, нам обязательно поможет. Юлия Кузнецова и Константин Миронов. 6 канал.